Смотри, Жень, сейчас там... Вот это вот все. А вот эти вот это сейчас, что ли, поменяли, да? Нет, поменяли раньше. Раньше назад тогда поменяли, и вот это вот все так оно и... Ну вот видите, вот кстати... А меняли то, что мы деньги наш дом собирал вот на эти трубы, нам их поменяли. Угу. Мы в течение года все платили. Угу. Вот стоит, вон там оно, вот туда все стояло, и в том подъезде оно стоит. И вот это вот все поднимается наверх, там дышать в квартирах нечего. Ты представляете, вот на втором этаже. Сейчас, вот я хочу понимать, вот сейчас, это устранено или это просто вот откачали и все? Откачали это и остатки. Все. Так-то я смотрю, что здесь у нас... Ага, вот тут вот везде вода стояла, вот лучше, все под ногами, лучше, все. Лучше стало. Вот. Не, ну... Вы не знаете, что когда было. Что здесь было, когда я первый раз пришел? Так что? А то, что вот там вот с первого подъезда это все сюда опять, там малая вот лестница, вот в четверг, вот такими лохмотьями. Сейчас 20 июля прошел, как, авария, горячая, наверное, отопление, да, горячее было, шла горячая вода. Позвонили, в Латек позвонили, никто не пришел. Сходили в управляющую компанию, никто не пришел. Пока я не позвонила вашему помощнику, 4 часа тогда прибежала бригада, что-то сделала. Я хотел бы еще по этому поводу сказать в целом, дорогие мои земляки и беседки, что вы видите, все равно в любом случае у нас есть движение вперед, и мы эти вопросы решаем. Сложно, трудно решаем. Но вы должны понимать, что в содержании дома есть доля ответственности не вашей. Поэтому нужно понимать, что с одной стороны это ответственность самих жильцов дома, с другой стороны ответственность управляющих компаний. И в той части, в том, за что отвечает муниципалитет, отвечаем мы. Поздой вопрос, извините. Козырек ваш. Дело в том, что я же вам говорил, что козырек законный подъезд. У вас существует совет дома. Мы даже не знаем, кто у нас совет. А так а что же вы не знаете? А почему же вы не создаете совет? Вы же должны делать. По-другому не получится. У нас здесь молодые все живут, им ничего не надо. У нас вообще ничего не надо. У нас разные квартиранты живут. Ну, у квартирантов есть собственники. Установим собственника. Подъезд выметается 4 раза в месяц. Всего. Да ладно, сейчас зашла, подождите, зашла ваш подъезд. Пожалуйста. Сейчас я зашла подъезд, там глядят, даже на батареях нету крыши. Два купальника валяются. Подождите, мы обметанием делаем раз в 3 месяца. У нас есть и графики. У вас такой же запах в подвале, табачище воняет. У вас жильцы вот сами свинячат. Я по поводу уборки отвечаю. По поводу уборки. У нас есть графики, есть акты, которые подписаны от жильцов. Отключили подвал, откачали. Хотя раньше мне доказывали, подвал откачать невозможно. Там стоит вода и откачать ее невозможно. Дело все в том, что здесь, знаете, какая причина, получается еще и водоканал задействован, поэтому водоканал будет сделать. Потому что нужно устранить самую главную причину, почему она там появляется. Ну это канализация, не вода. Заблуждение, мы тоже не будем уводить главу за кого. Значит, у нас будет проблема, действительно, не только в вашем доме. За месяц 40 подвалов залито за месяц. Вот стоят представители Слотека, которые занимаются этой дяком. И обрабатывает, и чистит все. Вот это письмо ушло на Смирнова. Здесь все расписано. Восстанавливается колодец водоканальный. Канализация работает на подход. Куда она идет? Она может прийти на первого этажа квартиры. Или, самое наихудшее, чтобы людям подвал спросить. Но мы сейчас говорим про горячую воду. Горячая вода – это грантовые, это порыв на сетях, на наружных сетях. Сегодня на сетях, видите, они работают. Почему? Они работают. Василий Григорьевич, почему, когда я 20 июля позвонила в Латек, что горячая вода и пара все, тишина. Позвонила в управляющую компанию, тишина. Нет, пока в 4 нет, часа тишина, не позвонила нет, помощнику мэра, тогда только они, все побежали. Они устраняли, наверняка там другие пары были устраняли. И в 16:00 дошло время, они пришли к вам. Она работает по своему плану. Они могут где-то
топоры побежать сюда. Понятно. Они приняли это сообщение, все. И отрабатывают по плану. Вода. Не, ну утечка была горячей воды, правильно. Но это вот устранили, сейчас, да? Сейчас устраняли, да, сейчас они варят, все. А в квартире ламинат дыбом встал. Вот от этой сырости, от этой воды, вот что вот тут стоит постоянно она. Горячая вода, естественно, может. Будем разбираться с отельком. Спасибо. Вам спасибо, что пришли.